Хочу приготовить намазку. Вот натерла свеколку, маринованный огурчик, жидкость сейчас отожму и ложечку медика добавлю. Перец душистый. И у меня несколько рыбешек мойвы осталось. Тоже почищу и прям кусочки сюда добавлю. А потом пойду хлебушек на гриле поджарю, и будет у меня такие вкусные бутербродики. Ну и как же без лучка? Можно было бы яйцо отварить. Ну ладно, уже так, чуть маслице. Пойду хлеб жарить. Все готово. Ну, вы догадались, что мойва была соленая. В прошлый раз у меня с килечкой были, а сегодня с мойвой. Вот такие бутерброды.